мастеру спорта России, абсолютному чемпиону мира Сосняну Александру Владимировичу. Собираемся здесь, с вами в зале, для того, чтобы выявить сильнейших спортсменов, для того, чтобы подвести итоги учебного года. Но сегодня я хочу поблагодарить всех тех, кто в строю, всех тех, кто ежедневно тренируется, повышает свое мастерство. Впереди у вас аттестация итоговая по учебного года. Но сегодня я хотел бы, конечно, поблагодарить нашу дружную команду, которая на протяжении этого года выступала на соревнованиях самого высокого уровня, добывая для нашей Ленинградской области, для Весевского района заветные медали. Ну и самое яркое, наверное, выступление, которое в памяти, это победа наших ребят, нашей мужской команде на Кубке России в Омске, где вся наша великолепная шестерка выполнила норматив мастера спорта России. И в ближайшее время, я думаю, что мы на таком же замечательном спортивном событии будем вручать эти достойные документы Министерства спорта Российской Федерации. Поэтому я благодарю всех спортсменов за выступление, за победы в этом году. Ну и, конечно, пожелаю вам всем крепкого здоровья, дальнейших спортивных результатов, чтобы вы на аттестации оправдали надежды своих тренеров. Ну а тренеров, конечно, терпения, здоровья и новых чемпионов своих групп. Спасибо вам.